Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Reason. Ну что, мы закончили на том, что мы добыли четвертый диск. Как я понимаю, это препоследний диск у нас. По карте области я не понимаю, где мы, потому что место на самом деле не очень так уж изведанное. По моим расчетам, по моим планам, я хочу попасть туда. Я хочу узнать, что с той стороны. Для этого мне нужна левитация. Левитация у меня есть. 5 штучек. Плохо то, что здесь уже завалено. Но то, что открывается, значит, там, скорее всего, тоже будет левитация, какие-то драгоценности. Да, левитация и денежки. В принципе, было продумано то, что я вернусь потом обратно с помощью полета, но... О. Ладно. У меня, конечно, на самом деле был бы вариант получше, это телепортнуться просто обратно, да и все. Ну, давайте сделаем иначе. Во-первых, я сэкономлю полет, просто перепрыгнув. Во-вторых, мы просто сейчас быстренько добежим к выходу. А, стоп, а я ж не смогу уже забраться, да? Не смогу. Все, я смогу. Сейчас просто вернемся обратно, и я скажу чуваку, что Данил этот мертв, и в принципе все. Можно с чистой совестью сказать, что мы здесь все сделали, что надо. Потом я использую камень телепортации, мы отсюда телепортнемся и пойдем дальше, куда там надо идти. Как вариант, я даже могу упасть в канализацию, откуда мы с вами нашли второй проход, благодаря чему сразу попадем в болото. Жаль, Плохая я бы идея. забрал. Типа для того, чтобы потом это продать. Хотя тогда у меня не будет доступа сюда вернуться. Так, неужто они в натуре покинут меня? Нет. Данила мертв. О нет! Кто его убил? Они уже идут сюда? Давай соберем все, что удалось найти, и сбежим. Быстрее! Не видел людей ящеров? Что? Людей ящеров? Ты о чем вообще? Там внизу был как минимум один, и на нем было одеяние жреца. Где еще они есть? Ты думаешь, они придут сюда? Даже не сомневаюсь. А я тут, на самом переднем крае. Ты бы сходил к белым мантиям, в монастырь. Если кто про такое что и знает, так это они. Можешь собирать вещи. Я нашел то, зачем пришел. Вот первая хорошая новость с самого нашего прибытия. Займусь делом. Кто-то должен сообщить Финчеру про эту беду. Это твоя работа. Нет-нет, это все равно, что собственный смертный приговор подписывать. Он меня отправит камни в развалинах долбить. Так и что, мне твои проблемы решать? Так, Отлично. Сообщить Финчеру без проблем. Блин, получается, где-то еще есть какой-то закрытый проход с помощью красной печати.
Руны на самом деле странно как-то сделаны так. Телепорт не очень. Лучше бы сделали в натуре какие-то точки, специально вот каменные места, которые нужно активировать с помощью кристалла. И тогда мы нажимаем просто на кристалл, открывается наша карта, и мы выбираем, куда мы хотим телепортнуться. Мне кажется, так было бы намного проще, намного легче сделано. Тоже хочет того, инквизитор хочет этого. А кто-нибудь нас спросит? Восточный храм открыт. Превосходно. И что ты там нашел? Мелочи всякие. Думаю, ты ожидал большего. Похоже, нам постоянно не везет. Ну что ж, не будем сдаваться, а? А что насчет моих людей? Где Данила? Кое-кто из них нарвался там, внизу, на неприятности. Данила не повезло. Он погиб в восточном храме. Черт. Хороший был парень. Ой, ну ладно, давайте Дону отдадим диски. Я нашел 4 кристальных диска, которые нужны инквизитору. Ты отлично поработал. Инквизитор хитер и коварен. Ты доказал свою верность народу. С этого дня ты считаешься нашим бойцом. Будешь одним из моих ребят. С гордостью носи свой новый доспех. Да, давайте купим. Мне нужно снаряжение. Возьми это, но помни. Старые бойцы умудряются состариться не только потому, что были хороши в бою, но и потому, что вовремя выбирали мир. Доспех бойца получен. Спасибо. Я запомню. Уж постарайся. Мне нужны живые бойцы, а не мертвые герои. И что будет дальше? Ступай к инквизитору и передай мои требования. Если он хочет получить от меня диски, ему придется уступить Харбортаун. Если он действительно хочет помочь людям, а не гонится за властью, то он должен согласиться. Харбортаун вскоре снова станет нашим. Будь осторожнее. Мендосе нельзя доверять. Помни, он предал собственных людей, бросил их на верную смерть. Вот, возьми диск. Глаз с него не спускай. Так, давай посмотрим, что мне в натуре по одежде дали. Ну, выглядит неплохо. Так, у меня было все 20, 20, 20, 10, 10, 10. Короче, 2 20, 3 20, 3 десятки. Теперь у меня 3 сорокетки и 3 20. Короче... Считай, я умножил это на 2. Где шли мы, брать? Я вообще не понимаю. Так, ладно, а что у нас по прокачке перца? У меня 45 единиц. В принципе, я могу топор вкачать на максимум. Вы можете использовать это... Можно, в принципе. Ну-ка, вкачаем. Ладно, вкачаем, ладно. Все равно через сколько у меня там левелап? Ну. Научи меня, как драться топором. Я покажу тебе один трюк. Если он поможет мне выжить, показывай. Ты можешь сбить в сторону оружия врага. Для этого ты должен быть рядом. Сбей оружие и одновременно с этим ударь противника. Хотя я с другой стороны мог потратить эти очки на то, чтобы вкачать силу, кстати. И зачем я в натуре трачу на то, что я... Хотя... Нет, ладно, вкачаю атрибутик. Я...
Ты слишком медленный. Как мне это сделать? Думай. Если начнешь спешить, начнешь ошибаться. А если ошибешься, умрешь. Научи меня как... Ты знаешь, как отбивать оружие врага? Да. Враг тоже это знает. И как мне с этим бороться? Если противник попробует это сделать, выжди момент и ударь по его оружию. Сбей его, и сможешь атаковать. Звучит непросто, но оно того стоит. Ну и последнее. Вы можете использовать связки любое количество ударов. Одного удара никогда недостаточно. Всегда старайся бить чаще. Попробуй выполнить несколько ударов. Связки? Да, использую инерцию. Один удар должен переходить в следующий. Угу. И мне это ничего не дало. Ладно. В принципе, можно попробовать. А ну-ка. О, кстати, неплохо. Опусти оружие, хорошо. Опусти оружие. Ну, кстати, сильный удар и сразу слабый. Блин, я думал, мне этот прокачку... А сколько это должен я в натуре апаться? Просто на врагах, чтобы вкачать все. Все атрибутики. Это же жопа. Так, ладно. Ладно. Полетели тогда мы с вами. Вулканом. У нас с вами новая шнаряга. Сейчас сделаем Хабертаун своим городом. Это ж не все на меня пойдут. Насчет... Все диски, которые вы ищете, у Дона. Что он хочет в обмен на них? Дон Эстебан хочет обсудить условия. Человечество находится на грани уничтожения, а он хочет золота. Я был прав в своей невысокой оценке этого человека. Не только. Он требует, чтобы все воины Ордена покинули Харбертаун. Дон может забирать город. Сразу после того, как мы с тобой откроем эти врата. И раскроем тайны, что скрываются за ними. Тогда город вернется к нему. Принеси мне эти диски. Пора положить этому конец. Так. Да уж, но это в натуре бегать не туда-сюда. Надо еще не забыть к чуваку сходить. С кольцом я вообще не знаю, что делать. Я даже не знаю, где может это быть кольцо. Скажем, что Хабертаун теперь наш, и вернусь опять к нему потом. Волшебник сказал, чтобы я делал... Ну, к нему пошел только после того, как я исследую территорию. Поговорим в другой раз. Занимайся своими делами. Мы поговорим в другой раз. Мы поговорим позже. Ну ладно, типа. Ок. Ну я пришел, я сказал. Тогда похер. Я нашел все 5 кристальных дисков. Отличная работа. Мы отправляемся, как только ты будешь готов.
типа, какого черта я выполнил задание по факту? Он мне говорит, не время говорить. Хотя я уже договорился, вам плевать. Я готов. Пора открывать портал. Или люди, или титаны. Кто-то должен уступить. Человечество должно выстоять. Следуй за мной. Мы об этом позаботимся. Ну, короче, если... Стоп, в то ворота? Я думал, вот это ворота. Я думал... Или, подожди, то... Иди за мной. Время пришло. О, люди ящеры. О, нихера, там их армия. Добрая была драка. Стой на месте. Зачем им с нами сражаться? Вот так и надо обращаться с этими тварями. Ну, зато тут ништяков много попадало на продажу. Но не только враги попадали. Эх, хе-хе-хе. 29 жизней. Опыт. Ладно. Все равно я ловкость скачивать не собираюсь. Да, денег я потратил немало. Так, мне еще один куренёхр, кстати, нужен. Так, что мне тут? Очко здоровья. F8. Что они такое? Это саурианцы? Это враг. И мы, наконец, знаем его лицо. И что нам теперь делать? Спуститься внутрь и сейчас. Решится судьба этого острова и всех других земель. Третья глава. Хром. Ну, как я понимаю, это довольно быстро будет, потому что... Я... Ладно. Ладно, пойдемте. Ну, я сохранюсь на всякий случай. Тоже так же думал. Услышать этих ящеров сложно, но их запах почти чувствуется даже тут.
Думаешь, они рядом? Они здесь, за стеной. А мы как раз туда идем, верно? Ну, верно. Однако хочу я туда идти. Многие строили эту крепость, но лишь один правит здесь. Урсигор – повелитель титанов, повелитель саурианцев. Урсигор правит здесь, и все следуют его слову. Повелитель титанов. О, кстати, походу я как раз сейчас прочту и должен сходить к чувачку. Ты! Вот те врата! Что такое? Нужно их открыть! Быстрее! Мы должны попасть внутрь! И как же нам их открыть? Если врата можно закрыть, их можно и открыть! Я отправлю разведчиков, чтобы те нашли механизм, открывающий их. Я подозреваю, их тут несколько, так что смотри в оба, ступай и поищи на севере. Древняя крепость. Наверняка она принадлежит ящерам, которых мы встретили у портала. Мы должны войти внутрь. Ладно, без проблем. Это, как я понимаю, второй проход, да? Давайте представим на секунду, что я прочел. Если я правильно понимаю... Так, маг у нас находится. К-к-к-к-к. Вулкан. Блин, теперь надо будет искать. Плохо то, что оно не в натуре. Блин, вот показывали, где эта руна находится. Было бы намного ж проще. А так мне придется сейчас смотреть по телепортам, куда меня телепортируют. Бежать на своих двух или попытаться тэпнуться. Да, это... Стоп, я что-то, кажется, места вообще, да, путаю? Да, я что-то места, походу, вообще перепутал. Подожди, это, получается, мне не сюда нужно, а куда? Сюда где-то. В стороне болот. А, подожди. Мне нужно побережье.
Мне же отпад... Да... Оно? Не, ну... Восточная, юго-восточная... Сука! Около... Вот. Все, нашел. То я бы больше не выдержал, мне бы шок озарело. Вот об этом я и говорю. О, плюс сила. Или это опыт. Что хер поймешь. Они плюс еще в правильном порядке, что... заставляет задуматься. Давай, скажи, что я еще инфу не собрал. Береги себя. Так, ну я запомнил, что к восточному побережью вот это. О, бог с ним, ладно. Какую сторону выбрать? Правую либо левую? По сути, мне и туда надо будет сходить. Ладно, я, короче, знаю, что на самом деле задание не выполню, поэтому... Давайте хотя бы насмешку по... О, подожди, тут еще есть проход. То есть здесь три прохода. Что? Что? Что это? Как давно я не смеялся. Ух ты! Это... Странно. Крыса. Изменилась. Ты хороший шутник, верно? Неплохо. Что? Это было забавно. Что-то изменилось. Что-то изменилось. Это было просто замечательно. Не так. Это плохо. Это было забавно. Ух ты! Давненько это... мне не доводилось так вести. Да, шут получен, все. Короче, как я понимаю, достижения набиваются даже после того, как у тебя уже выполнено какое-то количество заданий. Это же повторяется на том, что я, как вы помните, из-за того, что, ну, крашилась серия, мне приходилось заново ее запускать и... В этот же момент, как бы, все равно достижение было. Так, так. Логично, что у меня сейчас все насмешки сохранились. Не, минус одна, потому что я сохранился во время того, как у меня насмешка уже была активирована. Но, по сути, сейчас у меня должна быть игра, достижение и насмешка. Да, шут. Ладно, давайте тогда делаем таким образом. Я пока иду сюда. Телекинез мы используем как возможность разыскать что-нибудь полезное. Не налево и направо надо, как я понимаю. Не работает. А антимагические камешки. Антимагические камни здесь.
то оно и не работает. Я слышал, если что, обезьяну. Серьезно? Ага, мне... по-любому ж, ну... Не поверю. Я тогда тоже так же тупанул. Поэтому проверяем. Так, готово. Все дела проверяем, все ловушки смотрим, но разыскиваем. По-любому здесь ловушки будут. Хорошо, еще крючок нерабочий. А что тут открыл, кстати, я так и не понял. А, пол не открывается. Да, видите, здесь походу полы, которые открываются, блин. Не, слушайте, акробатика на самом деле хорошая вещица. Я в натуре и урон почти считать не получаю при падении. Все, буду проверять каждый крючочек. За каждым крючочком может находиться что угодно. Вот уже у нас полы. С другой стороны, мне интересно, что там снизу. А в принципе... А не, возможно, это как раз и есть дверь. Которая, конечно же, не работает. А это значит, что... Правильно, выхода отсюда нету. Единственный путь, куда мне нужно, это вниз. Покоцали, покоцали меня. Покоцали, покоцали, покоцали.
Готово. Проверяем территорию на предметы. Ритман мне не нужен. Так, ну вот как раз я и открыл, да, проходик. Там. Одни ворота есть. Так. Это там место, где падал, да? Какой мне смысл? Легче уже так. Что, ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.